Мага жесткий, мощный, аппетит зверский. Говорят, я дерзкий, как пуля. Приветствую вас, виртуальные пилоты. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о том, как запустить двигатели на Швальбе. В первую очередь, что нужно сделать? Зайти в настройки. Назначение клавиш управления двигателем самолета. Включение зажигания двигателя. Значит, по умолчанию это Shift E. Вы можете себе забендить на любую клавишу, на какую вы хотите, как вам удобно. Значит, нажимаем старт. Вот видим, как вся электроника начинает включаться. Выбираем первый двигатель, смотрим, следим за оборотами. Стрелка пошла вверх. Как только стрелка дойдет до 5000, нажимайте кнопку и держите ее. Кнопка зажигания. Вот, держим. Не отпускаем. Обороты пошли вверх. Все, обороты упали. Теперь переходим на рут. Рут переносим в положение вперед. В таком положении он должен находиться. Все, держит 3000. Можете отпустить кнопку зажигания. Первый двигатель завели. Второй двигатель начал обороты набирать. Нажимаем кнопку зажигания. Держим ее. Вот подхватил. Так, обороты упали. Рут переводим в положение вперед. Вот сюда. Все, смотрим. Стабильно 3000 держим. Чуть больше, даже 3. Все, можно отпускать кнопку зажигания. Оба двигателя завели. Прежде чем начнете движение, здесь есть такая фича. Нажимаете Alt-F, и у вас уходит в сторону прицел. Таким образом у вас обзор становится лучше. На сегодня все. Всем спасибо, пока.